Всем привет! Это видео адресовано прежде всего тем, кто подыскивает себе отель-пансионат в районе Олимпийского стадиона. Пансионат Sigma Sirius. 900 метров от моря. Поехали! Вот такая огромная, собственно, территория. По правую руку сейчас будет у нас ресепшн. Посередине аллеи для прогулок. Скамеи, множество скамеек. Вот он справа обещанный ресепшн. Справа прачечная, магазин, аптека. Детская площадка. Сразу говорю, небольшая. Есть еще одна между теми двумя домами. Ну, давайте поднимемся на лифте, посмотрим комнату. Огромный четырехместный номер с новой мебелью, новым постельным бельем. Огромная ванная комната. Привет. Куча полотенец. Меня это, кстати, не каждый день. Раз в несколько дней, так я не вычислил, в какой последовательности. Четыре спальных места. Запасное белье, мини холодильник, балкон. Нам повезло, у нас лоджия. Тут у нас какой-то ребенок. Ну, пора вставать уже. Вообще, друзья, советую, конечно, брать не этот, не первый корпус, потому что здесь под нами располагается столовая, и всю ночь ездят тележки с едой, а также проезжая часть. В комнате спать-то бесшумно, а вот здесь, где у балкона нет, шум дороги ночью слышен. Ну, еще телевизор хотел показать. В принципе, практически им не пользовались. С телеприставкой, там куча каналов. Пару раз мультики дети включали. Вот так город от нас. Sigma Sirius Park. Народу много, разносов нет. Но еда прекрасная. Мясо есть всегда. Либо говядина, либо свинина, либо курица жареная. Три вида супа. Куриные котлеты. Все подносят, когда заканчивается. Салатики. В общем, друзья, порезюмирую все видео. Кормят в отеле как на убой. Номера новые, современные, просторные. 900 метров от моря. Всем рекомендую. Кто досмотрел это видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.